Всем привет! Сегодня у нас на обзоре топливный регулятор Томэй. В комплект входит сам регулятор, крепление на раму, переходнички, штуцера диаметром 14 мм, а здесь 10. Также два маленьких штуцера с диаметром 10 мм. И выходным отверстием, ну, диаметр этой трубки 8 миллиметров. Сам манометр наполненный маслом, шкала до 8 килограмм. С обратной стороны выглядит таким образом, накручивается сюда, либо сверху, как вам будет удобно. В комплекте также инструкция на японском и на английском языке. Всем спасибо за просмотр.